Токио, Япония, 1954 год. Прямо сейчас мы на Токийской телебашне. Это существо огромно. Оно определенно 100 метров в высоту. Военные ничего не могут ему сделать. Ему все равно. Он как бог идет и разрушает то, что ему не нравится в его творении. Это... даже хуже, чем Вторая мировая война. О нет! Он заметил нас! Это наши последние моменты. Прощай. Элиза! Элиза! Братик, что? Мы найдем маму? Конечно! О чем ты говоришь? Нет! Отец! Что произошло? Мое время не бесконечное. Эта находка определенно вас удивит. Окей. Вот. Как вы нашли его скелет? Мы думаем, это не скелет Годзиллы. Одного из представителей его вида. Сэр! Что? Спайкерозавр атаковал Новосибирск и спрятался под землю. Вы установили за ним наблюдение? Я знаю. Кто тут? Кто ты? Это не важно. Вы должны знать одно пророчество. Что? Пророчество о существовании или вымирании людей. Дочь Гидоры пробуждается. Она собирается вернуть своего отца Кинг Гидору. Но она собирается встать на пути у бескрылого дракона. Два дракона сразятся в смертельной битве. Что? Где он? Сэр, замечена большая активность в Антарктике. И в Японском море. Сигнатура в Японском море начинает двигаться. Сигнатура в Японском море названа как Monster X. Дайте мне вертолет. Ладно, взлетаем.
Она у нас на хвосте. Нет! Это невозможно! Как это возможно? Монстр, который убил моего отца, спас меня! Нет, это сон. Годзилла не мог вернуться. Серезава убила в 54-м. Сэр! Что? Дочь Гидора и Монстр Икс направляются к Нью-Йорку. О нет. Отправьте самолеты. Роджер. Сэр! Оно приближается. О! Я не хочу паники. Она у нас на хвосте! Я помогу! Черт! Годзилла здесь. Кракен!
аннигиляторная пушка заряжена? Да, сэр. Стреляй в Годзиллу. Подтверждено. Жива? Сэр, кристаллак и мегалания пробудились. Как это возможно? Ее рев пробуждает их. Годзиллу. Почему? Это существо не было уничтожено кислородным разрушителем. Значит, наша аннигиляторная пушка ничего не сделала ему. Отличная идея, сэр! Я нашел его. Он на побережье Австралии. Что? Годзилла громко зарычал и уши заложило. Сэр, что? Остров, Япония. Якутияма, Япония. Нью-Йорк, Соединенные Штаты. Что происходит?
давай и остановись у того здания. Да. Остальные монстры уже здесь. Что за... Сэр, у нас не так много времени.
Поставите, сэр, Годзилла. Ядерная пушка готова к действию. Ты немного задержался. Мы не уничтожим здесь зданий. Окей, целься. Пристрели кристалла. Рога? Как сказал старец, два дракона сразятся в смертельной битве. Пусть поборются. Да!
Брат! Сестра. Я слышал, Годзилла умер. Это отлично! Нет. Он сражался за нас. Он спас нас всех. Смотри! Думаю, я понимаю, как он выжил после кислородного разрушителя. Говнюк! Он притворялся мертвым! Оператор Дали Ранкоров. Персонаж Алый. Родан Янгирус. Дочь Гидоры. Кристаллак. Карашарп. Мегалания. Монтажер Дали Ранкоров. Время создания 1 месяц. Больше 1000 фреймов. Авторы музыки вы сами видите, кто. Озвучил Кирилл, известный в Ютубе как Тенебрис. Планета X.